Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работают в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На вторую площадку запланирована доставка элементов тоннелепроходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города внутри коллектора разместили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также установили GPS-датчики. Кроме того, по информации регионального управления капитального строительства, в центре города на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время переустроят водоотвод диаметром 800 мм. Также переложат две газовые магистрали диаметрами 300 и 400 мм среднего и высокого давления. Они пересекают тоннели метрополитена, но вынос данных коммуникаций не предусмотрен. В существующих локациях смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. Позаботились и о компенсационных мероприятиях в отношении двух объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на улице Галактионовская, 107, и улице Самарской, 182. Так, на улице Галактионовской дом на усадьбе мещан Аржановых, которому более 120 лет, планируют отсечь путем создания геотехнического барьера между котлованом станции и лестничным выходом. Это необходимо для ограничения перемещений здания, его защиты от влияния строительства станционного комплекса. Согласно проекту, запланировали работы методом струйной цементации грунтов. После бурения под основание дома, благодаря нагнетанию строительного материала под избыточным давлением, заведут грунтно-цементные сваи. Устроят 42 вертикальные и 20 наклонных свай. На улице Самарской, где находится ОКН постройки конца 19 века, есть необходимость укрепления грунтового массива путем пропитки грунтов. Здесь предусмотрены грунтоцементные сваи, которые планируется устроить под наклоном в 9 градусов. Произведут цементацию основания. На опытном участке смонтируют так называемые манжетные колонны. А в дальнейшем, когда начнется проходка, можно будет производить непосредственно компенсационное нагнетание, которое стабилизирует дом при возникновении ненормативных осадок. Согласно нормативу, они возможны, но не более чем на 5 мм. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав. Недавно еще 6 вагонов отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт в заводских условиях. Обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. Это здорово, что метро строится. Ну вот давайте сами мы подумаем и постараемся вместе ответить на вопрос. Сколько у нас ежедневно жителей Самары, гостей Самары пользуются общественным транспортом? Ответ – свыше 500 тысяч человек. И вот если представить вот эту цифру, да, так сказать, вот перемещение в течение там, утреннего часа пик, там, в обед, в течение дня и вечером, так сказать, вот. И, естественно, какому-то одному виду общественного транспорта с этой работой просто не справиться. И я благодарен, так сказать, судьбе и предшественникам, да, так сказать, в органах исполнительной власти, в том числе администрациям и региона, что за все эти годы наш общественный транспорт, все его виды, 4 вида, это 3 из них наземных, вот, и один, так сказать, подземный, это метрополитен, вот, они сохранились. Мы понимаем, что чем больше будет станций, чем метро, так сказать, будет от этого работать функционирование, оно будет и более рентабельным, и более эффективным.